Будущие папы теперь смогут увидеть, как их ребенок появляется на свет. В роддоме номер один со следующего года появятся палаты для партнерских родов. Но это не единственное новшество. На базе родильного дома также создается реанимационная служба для новорожденных и кабинет перинатальной диагностики. Он будет у нас межрайонного центра. К нам поступает оборудование, ультразвуковой аппарат экспертного класса с компьютерной обработкой и в формате 4D. То есть такие аппараты на территории области еще не существуют. Все это стало возможным после того, как роддом попал в программу модернизации здравоохранения. На покупку нового медицинского оборудования было выделено около 50 миллионов рублей. Практически в два раза больше средств предусмотрели на капитальный ремонт здания. Это первый капитальный ремонт роддома с момента его постройки. Очень важно то, что родильный дом не прекращал свою работу на период реконструкции, потому что мы не могли перегружать другие подобного рода учреждения в городе Иваново. Поверьте многодетному отцу, я повидал разные родильные дома, а вот тот уровень, который сегодня есть здесь, он абсолютно соответствует хорошим столичным добротным родильным домам. Ремонтные работы в одном из корпусов уже завершены. Во втором корпусе осталось доделать совсем немного. Врачи надеются, что уже весной следующего года учреждение будет полностью обновлено и подготовлено к приему рожениц. Анастасия Николаева, Олег Мелехин, РТВ Иваново.